3 августа. Вот у нас молоденькая сливка Стенлей. Налет у нее такой интересный. Это из тех, которые считаются угорка. А, венгерка, да. Вот она не сильно мягкая, чем мне нравится. И в середине уже желтая, и сочная, и сладкая. Недавно на рынке покупал, чтобы была сочная. То должна была быть уже мягкой-мягкой. Но у нее вот косточки расслаиваются. Почти у всех. Это у нее второе плодоношение, если можно так назвать. Посажено в позапрошлом году. В прошлом году одна была сливка. В этом году ну, где-то килограмм было. Вот это все, что осталось, по чуть-чуть ее. Ой, дергали по мере поспевания. Сильно была атакована тлей. Причем так нигде не боролся с тлей, вот как именно на этой сливе. Когда-то так было на яблонях, после долгого моего отсутствия. В 4 года или в 5 даже. Вот и вот здесь даже видно, вот как они были скручены. Может еще где-то сейчас найду. Может даже еще есть. Уже дальше начали скручиваться листики. Блин, на краешках это уже. Ну, в общем, тут пока борьба с муравьями не прошла, ничего не помогало. Никакие биологические препараты, ни гаупсин, ни актофит, ничего я использовал. Сезар покупал маленькую бутылочку, но тоже не спасло. Для тли, наверное, надо делать самую большую такую концентрацию, что ли. Так. По бахче уже часть китайских, корейских гибридов здесь собрано. Желтые, которые были. И зеленый, зеленая мякоть. Всего был один. И подгнил. Вот остался еще один. Скорее всего, это у нас Red Star. Так, это с этой стороны один. Ну и здесь еще Red Star сегодня. Наверное, уберу. А, нет, вот еще есть еще у нас. Вот так он растет. Это, скорее всего, Royal Majestic так похож. Charleston Grey. Один спрятался уже в помидорах. Его и не видно было. Листья на помидоре подсохли. А, на... Charleston Grey, листья он еще зеленые полным ходом. Два таких красавца еще лежит. Не знаю, доспеет или нет. В прошлом году они не доспели. Тут тоже зеленый. Еще листок рядом. Огурцы, помидоры, перец. Перец во многом попалился. Я им, правда, им не завидую. Вот. Попекся. Вот этот я покупал. Желтый. Самое лучшее у нас чувствуют вот эти черные. Они потом становятся такими
Вот сейчас покажу, как раз есть уже. Вот таким вот цветом. Желто-бурый какой-то цвет. А, вот еще есть. Вот такой. Все остальные похуже себя чувствуют. А, вот еще и красные даже есть. Вот они. Пошли. Ну, уже такой жары сейчас нет. Первый день, что так тепло сегодня. За 20 сразу с утра. Ну, за 30, скорее всего, уже не будет. Какие еще мероприятия произвели, так это поотчухали малину. Уже было зайти невозможно. Местами я там складывал обрезано. Некоторые поподвязывал, еще ремонтантные, которые дадут урожай, я надеюсь. Сидит клубик. Вот уже подходит. Вот она, основная кучка. Готовится для пепла. Так вот. Мероприятия мои. А, и вот я. Виноград был холодный, я его уже сложил. Вот такие вот подставочки поставил, чтобы лоза вызревала. Молодежь у нас так вся тут лежит. Во дворе теплее, там такого не делал. Так, ну что, в принципе, все.